Бюджеты треснуты, не смогут обеспечивать даже систему здравоохранения. Сергей Собянин высказался против идеи о выплатах всем гражданам из бюджета из-за ситуации с коронавирусом. Об этом мэр Москвы заявил в интервью Первому каналу. При этом он отметил, что при необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин высказался против идеи о выплатах всем гражданам из бюджета в связи с ситуацией с коронавирусом. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее, заявил он в интервью Первому каналу. По мнению Собянина, в сложившейся ситуации бизнес должен проявить свою социальную позицию. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы месяц обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Конец цитаты. При этом Собянин в том же интервью сказал, что при необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса. Заявление градоначальника комментирует политолог Георгий Бофт. По крайней мере, это честно. Резко сказано и честно сказано. Ему можно поставить плюс за откровенность в изложении своей позиции. Кроме того, я думаю, что эта позиция не уникальна. Она вообще присутствует в российском руководстве относительно бизнеса. Некоторое такое есть пренебрежение. Это отношение как к торгашам и жуликам, как сказал президент в одном из интервью. В общем, что их спасать? Ну, рестораторы обанкротятся. Ну и что? Экономика от этого рухнет? Нет, не рухнет. Придут другие на его место. Надо сказать, что в этом есть, наверное, циничная доля правды. Капитализм – это штука такая звериная. Интерфакс, в частности, говорит, что в том же интервью Первому каналу Собянин сказал, что при необходимости бюджет Москвы сможет увеличить поддержку бизнеса. Как тогда принимать такие противоречия? Это все вопрос ведь политический на самом деле. Потому что если будет достаточное политическое давление и социальная напряженность, и она будет уловлена, то, конечно, меры поддержки будут увеличены. Другое дело, что тут всегда очень деликатный вопрос, не будет ли слишком поздно. Но я с ним согласен в том плане, что всех не спасешь. Вот в этом, вот, пожалуй, ограниченном тезисе я бы согласился. И это кто-то должен сказать открыто. Всех не спасешь. А потом ставить уже другой вопрос. А насколько вообще справедливо и социально ориентированно были сверстаны все наши бюджеты? В регионах есть бюджет, в том числе городской. То, как он расходуется, какое место в нем занимает программа «Моя улица», например. Надо ли ее пересматривать, надо ли устраивать и будут ли устраивать ежеквартальные там сборку-разборку всяких конструкций на Тверской, например. Или как-то урежут эти вещи. Мы пока не знаем. Может быть, урежут, может быть, нет. Георгий Бофт, в сложившейся ситуации ни у Собянина, ни у кого-либо еще нет универсальной фразы, которая понравилась бы всем, считает политолог Константин Симонов. С одной стороны, можно сейчас заработать политических очков на борьбе с кризисом в разных формах, в том числе и через популизм. Но, с другой стороны, потом может за это и отвечать, что же придется, когда, собственно, на тот же московский бюджет могут навесить различные расходы. Поэтому, знаете, тоже сейчас все же тоже думают, кто заплатит за всю эту историю. С одной стороны, нам с гордостью говорили, когда мы входили в эту историю, что у нас 570 миллиардов долларов резервов. Но, правда, не думали, что нефть будет ниже 15, российская, и все это дело сложилось сразу в этот идеальный шторм, и сейчас определенная растерянность есть. Тем более, что бизнес тоже, честно говоря, не понимает, как он будет из этой ситуации выходить. Ему, конечно, там обещали некий пакет помощи, который пока действует весьма странно. В целом, очевидно, что бизнес сейчас приоритетом-то не является для правительства, к сожалению. Конечно, когда говорят, что типа, ну, пусть бизнес проявит свою ответственность, а бизнес, честно говоря, не знает, он вообще будет существовать-то в мае или нет. Вот в этой ситуации очень сложно социальную ответственность проявлять, когда тебе, может быть, банкротиться придется через месяц. То есть ситуация такова, что, вот вы знаете, какой-то складной формулы, с которой какой-то политик мог бы выступить, типа мы вот это сделаем, и чтобы всем все понравилось, и главное, чтобы это похоже хоть как-то было на реальность, ее сейчас нет. Вот, и поэтому как бы изложить такую стройную, красивую модель не получается. И поэтому возникают, конечно, противоречия сразу же в одном флаконе. Константин Симонов, мэр Москвы, также описал свои ощущения при виде пустой столицы. «Я проезжаю по улице Москвы, у меня сердце кровью обливается», — сказал он. При этом не исключил, что при неблагоприятном развитии ситуации в городе будет введен пропускной режим. Однако пока таких мер не требуется. Бизнес FM спросил, есть ли меры прямой поддержки граждан в условиях пандемии в других странах. Вот что рассказал журналист из Италии Сергей Иезуитов на примере города Санта-Маринелла, в котором он живет. Пришла вот такая вот интересная очень бумага. Совет министров принял решение выделить Санта-Маринелла сумму в размере 111 850 евро и 63 центов для оказания помощи тем людям, которые оказались в затруднительном положении. Начать распределение карточек для приобретения продуктов тем семьям, которые имеют определенные экономические сложности.
карточки можно будет расходовать только на приобретение продуктов, за исключением пива, вина и крепких алкогольных напитков. Там будет обозначена имя, фамилия. И деньги будут дальше распределяться по 50 евро на человека в неделю. Значит, если, грубо говоря, два человека в семье, муж и жена, то они будут получать 100, за месяц они получат 400 евро. Эти 400 евро, это насколько, скажем, по вашим ценам хорошая сумма? На 400 евро, в принципе, можно совершенно нормально питаться, да, даже более чем, очень неплохо. Но тут нужно, конечно, отдать еще должное предпочтениям итальянской кухни, там, в общем-то, в основном все блюда состоят из пасты, то есть из мучных изделий, много фруктов, а это, в принципе, здесь совершенно ничего не стоит, это копейки совершенно. Вот, запасы вина имеются у всех, как правило, и вино, собственно говоря, тут можно купить, не знаю, 3 литра можно купить за 2 евро 50, это вообще не проблема. Ну, а тот народ, который, так сказать, более тертый, они покупают спирт и разводят, а почему нет, собственно говоря. Мы все, в общем-то, как говорится, жители одной деревни, что русские, что итальянцы, что, не знаю, там, французы. У всех рецепты, в общем-то, они в конце концов совпадать начинают в определенной ситуации. Сергей Иезуитов, журналист из Италии. В Германии все, кто сидит на карантине, получают 60% от зарплаты, если в семье нет детей. И 67%, если дети есть, рассказывает корреспондент бизнес-ФМ ФРГ Мария Волкова. Здесь в Германии такое понятие «курцзайт» – укороченная работа. И только значительная часть из вот этих 60% платит сама компания. Остальное – это взносы и налоги, которые компания платила государству, и государство сейчас выплачивает сотрудникам эти деньги. Поэтому многие крупные фирмы, например, BMW в Баварии или Zahnrad-Fabrik – это крупнейший концерн в мире по производству автокомплектующих – доплачивают еще из своих фондов сотрудникам. Например, муж моей сестры сейчас сидит дома, не работает и получает 87% от зарплаты. В Германии есть такое понятие, как социальное пособие Hartz IV. Это пособие безработным, которые долго сидят без работы, там годами переучиваются, безрезультативно. Тебе платят 800 евро, и тебе оплачивают квартиру, которую ты снимаешь. Или, например, ипотеку, если у тебя была. То есть, де-факто, ну, на 800 евро с оплаченной квартиры ты можешь жить, вообще не работать. Пособие-то получить довольно сложно. Поэтому сейчас было принято, что все, кто потеряют работу, не собирая огромное количество документов, не проходя кучу собеседований на бирже труда, могут получить быстрый доступ к этому пособию. И это действительно удивительно, потому что фактически на определенный какой-то период времени всем, кто потеряет работу сейчас, именно из-за карантина, из-за коронавируса, смогут оплачивать и квартиру, и платить 800 евро вот этого пособия. Что касается квартир, сейчас, если ты ее снимаешь, ты можешь написать арендодателю, что в связи с тем, что ты не получаешь там полную свою зарплату или вообще тебя уволили, и арендодатель обязан тебе перенести все вот эти 2-3-4 месяца, все вот эти твои выплаты раскидать там на целый год, может быть, даже на 2 года, что ты будешь платить за квартиру потом. И последнее, фрилансеры, няни, фотографы, визажисты, массажисты, журналисты, вообще сотни тысяч людей, которые, кстати, платили налоги все эти годы, они тоже получат деньги. Единовременно 5000 евро. Причем податься очень просто. Например, если ты живешь в Берлине, ты заполняешь заявку на сайте Берлинского инвестиционного банка, указываешь всего лишь паспортные данные и налоговые номер, гражданство вообще не имеет значения, и все, подаешь заявку. Тебе не нужно доказывать, например, сколько ты получал в предыдущие месяцы, какой вообще был твой доход, сколько ты сейчас можешь потерять, будешь ли ты работать дистанционно или нет. Ты ничего вообще не должен доказывать. Краткая форма, отправил, получил 5000 евро. Вот у меня, например, коллега в Берлине во вторник отправила заявку, в среду уже деньги упали ей на счет. Мария Волкова, корреспондент бизнес-ФМ в Германии. От предупреждения до 15 или даже 40 тысяч рублей штрафа. Регионы по-разному поняли то, как они могут штрафовать граждан за нарушение ограничений, введенных из-за пандемии. В Уфе к административной ответственности привлечен гражданин, вышедший перепарковать автомобиль. Штраф составил 15 тысяч. В Москве попросили граждан не собираться компаниями и пообещали сначала предупреждать нарушителей. Накануне президент дал регионам право самим устанавливать или снимать те или иные ограничения, исходя из актуальной обстановки. Продолжит Иван Медведев. Регионы возможностью воспользовались. Возьмем пример. Человек вышел из дома без веской на то причины, что бы это ни значило. Ранее Госдума приняла поправки к 2 статьям административного кодекса. Если максимально упрощать, одна о нарушениях санитарно-эпидемиологических правил. Вторая о нарушениях режима повышенной готовности, в том числе режима самоизоляции. Так вот, ответственность по первой для граждан установлена на уровне от 15 до 40 тысяч рублей, а по второй, той, что про поведение, от 1000 до 30 тысяч. В Москве региональный КоАП...
предусматривает штраф в 4000 рублей, потому что в столице наказывать собираются за нарушение режима самоизоляции, а вот в Уфе применили санкцию по статье о санэпидемиологических нормах.